Здорово, чуваки, сегодня я вам покажу офигенный фокус от Дэвида Блейна. От этого фокуса вы будете в шоке, реально, ребята. Вы научитесь этому фокусу, и вы будете рады, что вы посмотрели это видео. Потому что Дэвид Блейн, ну, реально четкий пацан. Он чувак, короче, там мужик. Ставим лайк, короче, все. Короче, переходим к фокусу. Мы берем для этого фокуса 10 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь мы показываем, что у меня есть обычные 10 карт. Карты мы отлаживаем в карман или даем кого-то чуваку подержать и считаем. То есть 1, 2, 3. Даем карты зрителю. Он считает 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь 10 карт. Отдаем эти карты другому мужику. Он держит их крепко в руках. Мы берем карты себе в руки обратно. И говорим, что смотри, чувак, держи крепко, сейчас я буду делать магию. Сейчас я пытаюсь мысленно кинуть в твои руки три карты, смотри. Раз, два, три. Ты что-то почувствовал? Он говорит, я ничего не почувствовал, мои руки были крепко сжаты. Вы говорите, чувак, посмотри, что там произошло. Он открывает свои руки. И что он видит? Он начинает считать карты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. О боже, карты не закончились. 11, 12, 13. И здесь стало ровно 13 карт. Так столько, сколько мы закинули ему в руки. И в этот момент все начали кричать. Все начали дико смеяться, потому что это реально было прикольно. Но сейчас я хочу, чтобы вы поставили лайки, подписались на мой канал. А теперь мы переходим к обучению. Обучение этого фокуса довольно простое. Поэтому можно поставить очень крутой лайк. Ладно, короче, ребята, вам для этого фокуса нажать 10 карт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отсчитали 10 карт. И когда вы отсчитали 10 карт, когда вы так вот переворачиваете, в этот момент вы должны быстро большим пальцем отсчитать 3 карты. Раз, два, три. Все, я уже отсчитал. Мы ложим, типа, 3 карты и забираем с большого пальца. И у нас получается здесь вот такая вот фигня. Три карты. Вот так получается. Мы забрали, и у нас получается вот такая фигня. Теперь мы это карты типа кладем в карман, даем кому-то подержать. И начинаем считать. Первые пару карт должны отсчитать мы, чтобы не спалить, что у нас внизу лежат еще три левые карты, которых там типа нет. Все думают, что здесь 10 карт. И вы отсчитываете там 1, 2, 3. Теперь отдаете даже зрителю и говорите, чувак, на, считай. Он считает там 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Он читал 10 карт. Все думают, что здесь 10 карт. Теперь просите держать его крепко в руках, прям вообще так, чтобы он сильно-сильно держал, прям зажал, так посмотрите, чтобы он карту не помял, потом придется новые покупать. Вот. И теперь вы говорите, что сейчас вы пытаетесь закинуть сквозь его руки 3 карты. И выбирайте делать это так. Раз, два, три. Я могу побольше кричать, там эмоции побольше. Так. Это реально нравится зрителям. И после этого вы просите открыть зрителя руки. И он пересчитывает, и здесь уже 13 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. И здесь 13 карт. Реально очень классный фокус, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ребята, всем удачи, пока.